И, в общем, подарили мне, значит, такой набор карандашей пастельных Дервинт. Просто вот хочется проверить, на что они способны. Ну, не совсем. Сразу повторяю, не, в смысле повторяю, ни разу не говорила. Короче, сразу предупреждаю, что рисовать я, в принципе, не умею. Никого я не учу, никакого образования у меня нету. Ничего нету, чтобы мне никаких претензий. Ты там неправильно то, неправильно сё, а ты не умеешь это, ты не умеешь то, нет. То есть, действительно, ну, просто иногда балуюсь такими вещами. Вот, подарили, не знаю, в общем, зачем. Просто попробую ими что-нибудь нарисовать, посмотрю, как они себя ведут. Что за карандашики? Может, кому когда-то и пригодится, действительно, если будет стоять такой выбор, какие брать. Но, если честно, действительно, мне понравились. Ну, вот некоторые, вот реально, вот один или два, я заметила, у меня вот крошится. Ну, вначале, потом вроде бы их немножко подстригло, они ничего так нормально, спокойненько себя вели. Так вроде ничего, мягкие, хорошо ложатся, вообще прям идеально. В принципе, пробовала их даже на обычную пастель сверху, они тоже довольно-таки ведут себя нормально. Цвета, как видите, тоже ну, ничего так. Ну, в общем, сейчас что-нибудь просто, какую-нибудь мелочь нарисуем, да и посмотрим, что они из себя представляют. Так что, поехали! Thank you.